Бонучис ночис. И вот это. Мне кажется, что у нее вопросы, которые мы уже проходили. Да, конечно. В этой школе. Why Америка? Что придумал Эквадор? Ура, не все потеряно в моей черепушке. Ладно, ты права. Ну, блин, а что им еще делать, кроме как мяч пинать? На Эквадор. Да хватит, там пусто. Где кнопка, чтобы она упала? Каралатские жуки? Каралатские? Кака. Можно мне как-то... Ла триколор! Я попрыгала. А кто не смотрел, тому мы ставим дизлайк. Всем привет! Сегодня мы сыграем в игру «Правда или ложь» о Эквадоре. Это Надя Смирнова, а я Лера Безенкова. Погнали. Давай скинемся, кто начинает. Давай. Первые ножницы. Да. Один раз. Один. И не тряси. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Я выиграла. Я не тряси, она такая. Так, вопрос первый. Название страны в переводе с испанского означает экватор. Это правда. Не знаю. Или мне говорить, правда или нет? А, ну да, правда. А очки, мы знаем очки. Мне кажется, что у нее вопросы, которые мы уже проходили. Да, конечно. В этой школе. Ну, конечно, да. Хорошо, у меня чехол, ой, стекло, антишпион. У меня тоже. В Эквадоре нет собственной валюты. В стране используются американские доллары. Ложь. Мне кажется, там есть валюта. Нет, это правда. Они используют американские доллары. Повезло. Зачем им надо, блин, это? Ну ладно. Ну вообще, это что такое? Эквадор находится в Африке. Нет, это ложь. Правильно. Мы это проходили. Да, это Латинская Америка. Подстава, подстава. География. Какая география? Мы приехали, нам об Эквадоре все рассказали. Вот это. Ну, у меня тоже простецкие вопросы. Не знаю про доллар. Ну, смотри. В Эквадоре выращивают больше всего картошки в мире. Картошки? Картошки. Если там была правда... И от этого, да, будешь действовать? Не, ну если честно, я просто не знаю. Я знаю, что, по-моему, вообще картошку-то завезли из Америки. Ну, правда. Нет, это ложь. Знаешь, чего там больше всего выращивают? Чего? Бананы. Зачем их растить, они сами растут? Так, деревья. В Эквадоре придумали такой вид головного убора, как бейсболки. Ложь. Why? Because America. Why America? Что придумал Эквадор? Что придумал Эквадор? Мне нужно сказать. Ну, какой вид головного убора? Панамки. Да, правильно. Реально? Да. На бейсболке ложь. Ложь. Это я. Для посещения Эквадора виза никому не нужна. Нужна. Правда или ложь? Ложь. Нет. Как? Не нужна виза. Поехали в Эквадор, проверим. Гош, блин, что это такое? Один. Ну, тут вообще вопрос, конечно. Один из эквадорских президентов был отстранен от власти, потому что официально был признан умственно неполноценным. Правда? Правда. Официальный язык Эквадора – эквадорианский. Ложь. Или правда? Нет, ты угадала. Спасибо. Женская... А на каком языке они разговаривают? Латинском, испанском? На испанском. Подумала, ну ладно. Женская сборная Эквадора никогда не играла на чемпионатах мира. Ложь. Why?
Потому что нам на теории сказали, они один раз играли. И говорю, нам не только это сказали на теории, нам сказали там вот три вопроса первых. Шаман из Эквадора очистил все стадионы чемпионата мира 2006 года перед выступлением своей сборной. Ну вообще, если теоретически подумать, я думаю, там такое вполне возможно. Отвечай. Правда. Ты права. Ура, не все потеряно в моей черепушке. Так, футболистки женской сборной Эквадора играют только в домашнем чемпионате. Ложь? Yes. Ну, у нее еще вот это вот. Браво. Ну, понятно, в общем, ты правильно ответил. Ложь, они также выступают в женском МЛС, чемпионат Аргентины и Испании. Прикольно. Так, женская сборная Эквадора появилась только в 2005 году. Правда или ложь? Ложь. Правда. Почему ты отвечаешь два? Потому что твои глаза такие, типа... Ну, может, я хитрю? Да я думаю, ложь. Нам об этом говорили. Я не помню, бись. Ладно, ты права. Ну вот. Они в 95-м появились. Ну, я что-то подумала, 2005-й как-то слишком мало времени. Женская сборная Эквадора занимает... Да у тебя антишпион. Занимает в рейтинге FIFA место выше, чем женская сборная. Какая женская сборная Эквадора занимает место выше, чем женская сборная? России. Ну, я так чуть-чуть завуалировала вопрос, чтобы... Это ложь? Да, интересно, почему? Они занимают 68-е или 69-е место. Почему ты это знаешь? Потому что нам сказали на теории. Очень хорошо. Я хорошо слушаю теории. Я тоже это, кстати, помню. В последнем матче женская сборная России нанесла самое крупное поражение в истории сборной Эквадора. Ложь. Почему? Я думаю, что они крупнее проигрывали. Крупнее, чем 4-0? Ну, мы же не 20-0 выиграли. Ну, это, конечно, крупный счет, но не настолько. Сказать, кому они проиграли? Кому? Они проиграли сборной Бразилии со счетом 13-0. Мне кажется, у них нет номера 13 на майке. Вот поэтому мы на 26-м месте, а не на 68-м. Дальше. Несмотря на популярность во всем мире, футбол не самый популярный вид спорта в Эквадоре. Правда или ложь? Это я не помню. This is interesting. Так. Не помню, да? Говорили нам об этом на теории или нет? Ну, блин, а что им еще делать, кроме как мяч пинать? Я не буду подсказывать, я не знаю. Ты подумай там, попредполагай, поразмышляй. Так, Эквадор. Они находятся на экваторе. Да хватит, там пусто. Сейчас да, у меня там обезьянки. Да. Так, я думаю, что... Как вопросы стоят? Несмотря на популярность... Я как это, Тина Кандила. Давай. Несмотря на популярность во всем мире, футбол не самый популярный вид спорта в Эквадоре. Браво. Отвечай быстро. Ваши ответы? 3, 2, 1. Не самый популярный, правда? Неправда, ложь. Слабое звено. Слабое звено. Прощайте. Где кнопка, чтобы она упала? Ты знаешь, как раньше? Спасибо. Как это была эта игра, когда... Вы смотрели, да, по телевизору? Они не вышвыривали их. Не, это другое. Это другая типа игра. Это самый умный. У них футбол что-то на первом месте? Самый популярный. Тут вопрос заключается, может быть, ты, конечно, не раз слышала, но вопрос уже был отнесен, потому что я читала картинку. Несмотря на популярность во всем мире, футбол не самый популярный вид спорта. А, я думала... Ну, о, да, конечно. Ну, правда, я считаю, что не там не футбол главный. А, ну, вот. А кто главный? Тут просто ложь. Без пояснения. Да. Ага. Вот. О, и бананы. Бананы, да. Ну, явно не картошка. Она же в Беларуси. А, да? Там же картошка. Вообще, в России я картошку сажала. С
сама, когда маленькая была. А я копала. Я умею и сажать, и полоть, и окучивать. Вот это все. Я тоже. Знаешь, как я морковку. Даже вот эти вот каралацкие жуки. Каралацкие? Караратские. Ну, короче, вот эти жуки, которые объедают картошку, я их пшик-пшик. А морковку? Разреживала? Да, конечно. Я вообще все делала. Разрядила? И огурцы сажала, и вот это все полола. Да. Многогранная личность. Давай. Да. Вопросик. Готова? Да. Очень. Прозвище женской сборной Эквадор – Ла Триколор. Триколор? Ну, это как-то больше к России относится, вот этот триколор. Но флаг у них трехцветный, поэтому тут запутанно. Можно мне как-то подмигнуть там вопрос? По логике можно подумать, что так их могут называть, но мне кажется, нет. Ложь. Правильно? Прозвище женской сборной Эквадор – Ла Триколор. Что это значит «Ла»? Я не знаю, Эквадор, на испанском «Ла»? Это же испанский язык, они все там вставляют перед этим. Ла Триколор. Ла Триколор! Я просто... Вот мы были в этом? Где мы? Не по-испанскому, вот что-то сказала. Мы вот в Парагвае были, они же там на испанском разговаривают. Buenas noches. И вот это все. Ну так это. Buenas. Buenas. А у меня банучес. Ну не знаю, мне кажется, что La Tricolor. Ну, короче, ложь, правда. Подсказывать нехорошо. Не было подсказки. Да, конечно. Не было. Ну, это правда. Но даже на теории, не помнишь? Я-то все помню. Он говорит, их называют трехцветными. Трехцветными, да. Но триколор, конечно. Все, всем спасибо. Я победила. Наказание? Наказание? Мы не договаривались. Танцуй бачату. Сейчас. Брейк-данс на стул. Я попрыгала. Все. Спасибо всем за просмотр. Смотрите наш второй матч с Эквадором. Болейте за нас. Для нас это очень важно. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока. А кто не смотрел, тому мы ставим дизлайк. Да. И если вам понравился этот... ролик? Квиз? Да. Если вам понравился этот квиз, пишите в комментариях, мы будем записывать еще на другие темы.